дальше. Когда ты возвращаешься в семью, но с новым качеством движения, каким-то новым ощущением силы, и привносишь это в повседневную жизнь. Ты, ну вот, своим движением в жизни ты очень вдохновляешь. Можно просто понимать, что это все нужно сохранять. Я желаю тебе слышать себя и следовать своим желаниям. Вот ты один из людей, на кого я ориентируюсь. Так что спасибо тебе. И думаю, это путешествие. Будет прекрасно и дальше. Я хочу.